Здравствуйте. Сегодня я хочу рассказать по поводу грядущих изменений законодательства. Наши законодатели не сидят на месте, и то, что они придумали, это поменять закон в части регулирования отношений и договора социального найма. Предполагается, что законопроект, обсуждение которого закончились 14 июня, общественное слушание. Законопроект с ID номером 01/05/05-22/001-28033, номер я его приведу в описании к видео, внесет изменения в жилищный кодекс и внесет изменения в федеральный закон о государственной регистрации. Значит, что меняется? Меняется положение о договоре социального найма в части добавления обязанностей в его регистрации. То есть у нас договор социального найма будет подлежать государственной регистрации, и возникающее на основании этого договора обременение также будет подлежать регистрации. То есть наши граждане, которые заключают договор социального найма, заключив его, должны будут идти в Росреестр, платить госпошлину и регистрировать такой договор. Но, с одной стороны, для граждан это не здорово, что-то надо дополнительно предпринимать. С другой стороны, квартиры в пользование бесплатно тебе редко дают. Можно и вытерпеть такое приключение и оформить все, как желает того государство. Вот. На данную тему я уже дал комментарий адвокатской газете. Скорее всего, завтра или послезавтра публикация выйдет. Ее можно будет почитать на сайте адвокатской газеты или на нашем сайте, ссылку на который вы найдете в описании данного видео. Поэтому будьте готовы к переменам, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо.